Приветствую вас из Бали, мои милые. Я показываю переход из Вирабхадрасана 1 в Вирабхадрасана 3. Доброе утро. Это часть моей утренней практики на рассвете. Самое важное в этом переходе – это наклонить корпус тела как можно ниже к согнутой ноге. Тогда в этом случае при выпрямлении согнутого колена поднимается не весь тело, а только задняя нога. И тогда будет переход этот более стабильный и продолжительный, более сбалансированный. Сажусь в Вирабхадрасана 1, левая нога сгибается в колене 90 градусов, правая нога вытянута сзади, оба бедра направлены в одну сторону. И позволяю тяжу раскрыться правого бедра, передняя часть бедра хорошо сейчас растягивается. Поднимаю корпус кверху, назад и поднимаю руки Урдва Намаскарасана над головой. Перевожу вес тела на левую ногу, наклоняюсь как можно ниже и поднимаю правую ногу сзади. Опускаю правое бедро и теперь, сохранив баланс, вытягиваю руки перед собой Урдва Намаскарасана. И как будто ныряю в солнышке. Я жду вас, мои любимые, на Бали и на моих онлайн-курсах. Целую!